Подписчики, всем привет! Для тех, кто к нам только присоединился, рассказываю. Вот этот Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска. Приезжал к нам месяц назад. Мы установили комплект рестайлинга фирмы GBT. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы устанавливаем комплект обвеса Executive Lounge. Покрасили решеточку в черный цвет. Покрасили зеркала в черный цвет. И выяснилась проблема. Оказывается, на диодных фарах без омывателя фар, видимо, совсем плохо. Николай говорит, ехал, валил снег. Фары все залипли снегом, так как они холодные, они не греются. Вот теперь приехал, говорит, мужики, спасайте, устанавливаем комплект омывателей. Заказали от, уже получается, нам нужны комплекты от 16 года. Завтра к нам все приедет, будем устанавливать. Теперь давайте оценим качество сборки китайских деталей, точнее, не оригинального обвеса. Наверное, так будет звучать более красиво и эстетично. Теперь наши зазоры такие же красивые и эстетичные. Давайте посмотрим хлопушку. Смотрите зазорчики. Вуаля! У нее на оригинале так не бывает. Мужики, у кого 200-ка, вы сейчас прекрасно понимаете, про что я вам рассказываю. Вот этот Китай, который стоит просто идеально. Я не знаю. Очень часто владельцы своих автомобилей не всматриваются настолько дотошно, что вот потом сказать, слушайте, а я знаю. Давайте посмотрим в острый угол. Смотрите, то есть вот у нас, тут не то, что до миллиметра, а ну не к чему придраться. Давайте посмотрим с этой стороны. Такая же история. Так, теперь крышка багажника у нас оказывается еще и... Давай откроем ее с внутренней стороны. Не мой автомобиль, не знаю, она вообще работала. Сейчас мы открываем из салона крышку багажника. Доводчик также все работает. Все закрывается. Теперь смотрите. Наклеечки все переклеили. Но вы ее не отличите от оригинала. Также установлен герметик. Так, что еще из интересного можно показать? Ну, крышка багажника, все у нас работает, все закрывается. Сейчас покажем, как это происходит. Давайте вот так встанем. Красота! Вот это да! Так, пойдем к передней части, посмотрим, что у нас с капотом. Давайте посмотрим. Ровненький зазор, без всяких там... То есть он абсолютно ровный. И правильный, и одинаковый еще. Здесь, смотрите, здесь такая же история. Ровненький зазор, все ровненько, все четенько. Черненькие зеркала. Завтра установим бампер, машина будет готова. В общем, мужики, подписчики, смотрите, вот вам Китай, реально, поищу видос. Вот она сейчас выглядит лучше, чем приехала с оригинальной крышкой багажника. Николай может вам подтвердить. Все, кому интересно, пишите, звоните. Вот наш комплект рестайлинга. Все установлено и покрашено с гарантией.